Это Олег, это Александр. Знакомьтесь. Очень приятно. Я тоже Александр. Это фокусник и иллюзионист. Ты знаешь что-нибудь о фокусниках и иллюзионистах? Такие иллюзионисты. Ты когда-нибудь встречала вот так вот на таком расстоянии живых фокусников? Ну, нет. Первый раз, да, у тебя сегодня такое потрясение в жизни. Миша, а почему ты пришел к нам в беседку? С какой целью, какое у тебя желание движет тобой? Сняться на телевидение. Это круто, да? Да. Потом будут в школе тебе все завидовать, да? Да. Это нормально. Как ты считаешь, вот каким нужно быть артистом, чтобы тебя все любили? Веселым. Веселым, позитивным. И плакать на сцене. Плакать? Одновременно и шутить, и плакать, да? Нужно уметь сочетать себе несколько разных образов, да? Ты знаешь вообще о профессии фокусника и иллюзиониста? Чем они занимаются? Фокусник. Колдун что-то. Фокусники могут залезть в коробку, и когда мальчики и девочки досчитают до трех, тогда фокусник сможет исчезнуть, а появиться в другом месте на концерте. Вы такое проделываете? Ну, разве что уже после концерта с исчезновением гонорара. Но надо стараться, чтобы ты стал талантливым. Чтобы фокусы были крутые, ну, крутость не в фокусе, а в крутость в уме, что ты умный, что ты так смог. Ты знаешь каких-то известных артистов, которые по телевизору часто показывают? Да, клоуны. Это ты имеешь в виду вот эти 440 человек? Да. Мы их все знаем по именам. А ты видела когда-нибудь, как работает фокусник? Да, я уже ходила в комнату фокусов. Там еще он так вот, представьте, зацепляет как-то просто отдельно веревку круглую. Вот об стул, например. И как-то ее продевает за стул. И она круглая, странно. Смотри, Лол, это вот мой замечательный друг. Это дрессированный поролоновый шарик. Зовут его Герберт, он очень любит, когда его гладят. Герберт Амвросиевич. Ну, как ему нравится, да? О, Виктор наконец-то не удержался и тоже погладил. Ну смотри, мы берем наш дрессированный шарик и начинаем его так не гладить, а пилить тогда. Как он так развинулся? Сначала он же был один, как он мог слипся? Слепиться. Можно я попробую? Сильнее, сильнее, три. Один шарик мы берем мне в руку, второй дай свою. Вот так, зажимаем, держим крепко, так, чтобы все видели. Теперь я делаю секретное волшебное движение. Делаю так. Почувствовала? Давай посмотрим, что я наколдовал. Удивлена? Нет. Нет? А что, ты знала, что так будет? Да. Откуда? Ну, когда я работала моделью... У тебя богатый опыт, я смотрю, модель. Было очень интересно и поразительно. Что ты об этом думаешь? О том, что Саша настоящий фокусник. Тебе не кажется, что здесь попахивает какой-то аферой? Не знаю. Но это невозможно сделать. Объясните нам, Александр, что происходит? Ну, если между нами по секрету, это разводняк. А для всех остальных это магия. Кого вы сейчас дураком обозвали? Как это возможно вообще, появление четырех шариков? Это существует, потому что если сосредоточиться, то
силой мысли, да, можно все. Сделать так. Один. Вот смотри, мы берем шарик, кладем себе в руку, и нужно подуть, чтобы он исчез. Давай. А где он делся? Исчез. Верно, под столом. Как ты думаешь, вот если Саша станет еще киноактером и снимется в каком-то фильме, это добавит ему популярности? Да. А в какой бы ему образе лучше подошло? Может, там героя-любовника, там, или какого-то стража галактики, или какого-нибудь крутого полицейского? Тут все. Все по очереди, да? Попробовать. Должен ли быть артист таким немножко скандальным? Знаешь, чтобы о нем писали в газетах, показывали в новостях? Ну, я точно не знаю, но думаю, да. Можно, да, по скандали так, чтобы обратить на себя внимание? Да, можно. Вы пользуетесь такими методами, Александр? Я вот думал, когда останавливаешься в какой-то гостинице, там выкинуть телевизор с окна, перевернуть всю мебель. Но после того, как я сделал это единожды, мне выставили счет, и я как-то перестал заниматься таким методом пиара. Тая, я вот у тебя хочу спросить, что важнее, сам фокус или умение его красиво рассказать, подать, вот преподнести? Умение его как-то преподнести. Потому что если у тебя что-то не получается, главное, чтобы ты это смешно сделал или улыбался. Если ты что-то забыл. А Саша достаточно улыбался или мало? Достаточно. Читать. Читать? А что нужно читать, как ты думаешь? Стихи. Чтобы быть подготовленным. Ты бы пошла к нему на концерт? Да. А если билет будет $100? Копить. Умная мысль, да, кстати. Копить. На хорошего артиста не жалко денег. На еще одеть шапку, как у фокусника. А какая шапка у фокусника? Вот такая вот. Здесь вот раздвинутая, а здесь такая длинная и черная вся. У тебя есть такая шапка? Шляпа. Ну, я думаю, такую шляпу однозначно надо купить. А вот если Саша начнет тоже заниматься танцами и вот как-то совместит искусство танца, фокусов, вот как ты думаешь, ну, ты бы пошла на концерт танцора-фокусника? Да. Которому мячики, которому ничего не мешают. Не знаю. Мячики его не мешают ему танцевать.